Группа ДОК слушает. Прием! Остались только мы. Все остальные либо мертвы, либо ранены. Батальон обещал скоро освободить нас. Но я бы не расслаблялся пока. Немедленная контратака! Контратака! Наметные команды на колде! Идем! Эйлор, пошли! Никуда и уничтожьте наметные команды! Забрали! Не дайте пистам войти в этот бункер! У нас там полно раненых! Ну, пошли, ребята! Помоги мне!
Подкрепление на 5 часов! Отставить огонь! Соберите оружие и боеприпасы! Перезарядить оружие! Слушайте! Подкрепление уже в пути! Расчетное время прибытия 5 минут!
7 марта 1945 года. В результате невероятного поворота событий, единственный целый мост через Рейн оказался в руках американской 9-й бронетанковой дивизии. Немцы в спешке выстраивают оборонительные линии на берегу Рейна, чтобы замедлить продвижение союзников. 24 марта воздушно-десантные дивизии... Yeah!
42-й! С северо-запада отсюда! Передавай! Покрытие, вашу мать! Вражеские солдаты!
разряжаю! Нет тебе укрытия! Юг востоку! Мощная! Сюда! Идти к вам! Еще один!
Слышите меня? Есть! Еще один! Вражеские солдаты! Возле корабельника! Блин! Группа ДОК! Сбор в заданной точке! Пошли! Отличная работа, парни. Мы взяли лучшие войска Германии, надрали им задницу и отправили плакаться к мамашам вверх по Рейну. Я горжусь, что служу вместе с вами, мужики. Вы все отличные рейнджеры. Сержант Рэндалл, еще кое-что. Я не знаю, как там по поводу джентльмена, но я тебе предлагаю стать офицером. Ты не хотел бы быть лейтенантом? Сейчас трудно найти хорошего лидера. Что скажешь? Я был бы очень рад, сэр. Но дело в том, что нам тогда будет недоставать сержанта. Вы могли бы обратить внимание на капрала Тейлора? Я это запомню, лейтенант. Иди поговори со своими людьми. Свободен. 16 апреля 1945 года. Красная армия начинает атаку на Берлин, столицу.